23 марта в Большом зале АБК-1 прошло официальное представление нового директора государственного предприятия управления функционированием объектов ГСПЧС. Ваше предприятие на гарном рахунку. Вы одни из первых, відверто. По інших питаннях, пов'язаних з виробничою діяльністю, з трудовою дисципліною, з виконавською дисципліною, ну, відверто скажу, претензій немає. Якщо можна, так тримати далі. У зв'язку з цим дуже хочу подякувати і Сергію Костянтиновичу за, ну, так вийшло, що я з ним працював протягом цього часу. Спасибо. Абсолютно достойно і як є. Але в нас було прийнято рішення, ми проводили конкурс відповідно до законодавства. Справа в тому, що проведення такого конкурсу – це не є на сьогоднішній день відповідно до діючого законодавства. Це не є мій обов'язок, це є право. Але враховуючи те, що ми задекларували відкритість, прозорість, що ми будемо пояснювати, що ми робимо, перш ніж робити, щоб було і всім зрозуміло, і була певна довіра, ми вирішили провести конкурс, і якраз ваше підприємство було перше, на якому ми проводили. У нас було 3 кандидати, відбулось засідання. Засідання відповідно до діючої постанови уряду. Заключне засідання відбулося 14 березня 2016 року, на якому якраз і розглядалось питання щодо визначення переможця по конкурсному відбору керівника. Були присутні 3 учасники. Мартинов Сергій Костянтинович, получається, Моругий Сергій Дмитрович і Щегальков. Я вибачаюся, але я не запам'ятав ім'я по батьку. Руслан Вікторович, да. Абсолютно всі достойні кандидатури. Цікаво було поспілкуватися, почути пропозиції. Проте комісія прийняла наступне рішення і постановила визначити переможцем конкурсного відбору Морого Сергія Дмитровича і рекомендувати голові ДАЗВ за рішенням комісії укласти контракт з переможцем конкурсного відбору. На виконання рішення комісії ДАЗВа я підписав наказ про укладання контракту з Моругим Сергієм Дмитровичем, номер 34 ОС. З чим вас вітаю. После вступительной речи председателя ГАЗО выступил вновь назначенный Сергей Моругий. Знаю, что на этом предприятии работают специалисты своего дела. Более чем уверен в вас всех. Ну, будем говорить так, знаю большинство из вас. Знаю, что каждый из вас находится на своем месте. Поэтому единственное, что, как говорится, от нас требуется с вами, это, ну, будем говорить так, более расширить свои возможности для того, чтобы реализовать успешно те задачи, которые ставит перед нами государство. То есть на более продуктивно, эффективно работать в плане по тем поставленным задачам на этапе вывода с эксплуатации Чернобыльской АЭС. Поэтому со своей стороны я, конечно, моя задача как руководителя приложить максимум усилий, чтобы сохранить существующий коллектив, улучшить ваши условия труда, ну и, соответственно, потом уже в дальнейшем успешно выполнять поставленные государственные программы. Я надеюсь на вашу поддержку, на вашу помощь и понимание. В завершении мероприятия по представлению нового директора ГПУФО генеральный директор ГСПЧС Игорь Грамоткин выразил свою благодарность всему коллективу ГПУФО за понимание и сотрудничество. Мы договорились не просто продолжать единую славную трудовую традицию, бок о бок, плечом к плечу друг к другу. Мы договорились не только работать вместе в рамках, пусть двух разных предприятий, но в рамках одного коллектива, который решает одну огромную задачу по снятию Чернобыльской АЭС эксплуатации. Но кроме этого я еще и довел до Сергея Дмитриевича, что я несу особую ответственность перед теми людьми, которые сейчас сидят в этом зале, которые выполняют эту сложную работу и которые в самый сложный период, в самое нужное, самое тяжелое время позволили коллективу Чернобыльской АЭС снять оголтелые, ничем не обоснованные заявления по численности.
Я несу за вас отдельную ответственность перед вами, перед своей совестью, что мы никогда не допустим того, чтобы вы остались без финансирования, без заработной платы, что мы будем за это отвечать, и я буду делать все, чтобы поддержать и Сергея Дмитриевича, и ваш коллектив, как бы нам тяжело не было. Спасибо. Я воспринимаю это ключ от предприятия. Да, да.